Актом государственного терроризма со стороны Кремля назвал президент Украины убийство Дениса Вороненкова. Это явный почерк российских спецслужб, который ранее неоднократно проявлялся в разных европейских столицах. Считает Петр Порошенко, экс-депутат был одним из главных свидетелей агрессии Москвы против Украины. Глава государства также подчеркнул, не случайно убийство произошло в один день с взрывами в Балаклее.